В здоровом теле здоровый дух. В Люберцах отметили 85-летие Дня физкультурника. Основной площадкой празднования стал стадион «Урожай» в Томилине. Там работала наша съемочная группа. Традициями мы дорожим. Это традиции нашей страны, это традиции нашей спортивной культуры. И, конечно же, вот от мала и до нашего активного долголетия, до наших старших спортсменов, конечно же, это очень серьезный путь. И занимайтесь спортом, будьте активны. Набирайте сил, здоровья. Тот, кто занимается спортом, всегда позитивный человек, у него всегда улыбка на лице и, конечно, у него всегда много друзей. Праздник здоровья, красоты и физической активности объединил более 1000 человек разного возраста. Показательные выступления воспитанников спортивных федераций, тренеров и участников клуба «Активное долголетие». 11-летняя каратистка Альбина Кулик мастерство демонстрировала на разных престижных соревнованиях, но и к сегодняшнему выступлению готовилась тщательно. У меня очень хорошие эмоции. Выступать перед большим количеством людей – это прям мое. Я очень люблю выступать на соревнованиях, на просто показательное выступление. Я в 10 лет зимой сдала на черный пояс нормативы. Это было сложно. Я хочу дойти до 3-го черного пояса. Очень хочется получить первый разряд. У меня сейчас 2-й. Есть куда стремиться. Турнир по мини-футболу, настольный теннис, гимнастика, тэквондо – почти 20 локаций. София Маска и Ольга Анисимова финишировали первыми в легкоатлетической эстафете. Я на самом деле счастлива, что мы выиграли. Не зашла, как бы сказать, капитана на Соне. Что я могу сказать? Участвовали много на соревнованиях, были рады приехать на открытие этого чудесного стадиона. Новые трибуны, беговые дорожки, игровое поле, освещение. Обновленный после реконструкции стадион «Урожай» оценили и баскетболисты. Многофункциональная площадка позволяет заниматься в комфортных условиях и в любое время года. Солнце сегодня светит, погода классная. В общем, очень классный праздник, спасибо вам. Вообще круто, что традиции продолжаются. Сегодня такой классный праздник. Есть возможность поиграть с друзьями на свежем воздухе. Это очень круто. Здоровом теле, здорового духа. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.